заняли четвертое место, ребята. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев с новым коротким танцем. Да, зажмем пальцы большие в кулаках, будем переживать за наших ребят. Совсем молодые они, и при этом они очень рано начали выступать на взрослом уровне. Их дебютное соревнование был чемпионат мира в Гетеборге в 2008 году. Там они были 13-ми. Светлана Алексеева и Елена Кустарова, их тренеры. Вальс из мюзикла «Чес». Ну как хорошо. Здорово. Что, здорово, просто да. Здорово.